В Антикоре уточнили сумму поощрения за донос на чиновников, которые вымогают взятки. Оплата за такое сообщение может достигать 13 миллионов тенге. При этом в антикоррупционной службе обещают защиту для тех, кто решится донести на коррупционера. Информаторы за сообщение о фактах коррупции, которые подтвердились и решение суда вступило в силу обвинительное, могут быть поощрены суммой до 4000 МРП. С этого года введены дополнительные инструменты защиты информаторов. На время рассмотрения заявлений лицо нельзя увольнять с работы, то есть чтобы какое-то давление на него не оказывали.